Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на беспроводной вертикальный пылесос. Полное наименование данного пылесоса Jimmy JV85 Pro. Это беспроводной вертикальный пылесос. Давайте начнем с аксессуаров, которые идут в комплекте. Например, вот такая интересная моторизированная щетка для мебели. Она, естественно, у нас разбирается, можно валик достать, но самое главное — это эффективность. То есть, у нее есть внутри двигатель, который будет заставлять вращаться валик, и таким образом достаточно качественно очищать всю поверхность вашей мебели. И, конечно же, высасывает ту пыль, которая находится внутри. И неважно, на самом деле, что будет встречаться на пути данной щетки. Мелкий мусор, пыль, либо волосы, грязь, ничего не будет наматываться, и все будет попадать в контейнер для мусора. Он, кстати говоря, здесь 600 мл. Вот такая интересная щетка у нас служит для того, чтобы мы могли убирать шерсть животных. Например, убираться в труднодоступных местах. Я, честно говоря, люблю такой пылесосить какой-нибудь тюль, занавеску. Очень удобная. Она максимально широкая, не присасывается к ней, но при этом вытягивает всю пыль и собирает достаточно активно мелкие частицы, которые есть на ней. Ну, естественно, загибающийся вот такой шланг и колено позволит вам максимально гибко перемещаться в любом формате использования. То есть вам достаточно вот так вот менять положение. Пылесос, кстати, можно положить даже на пол и дотягиваться до самых-самых труднодоступных мест. Ну, можно, кстати, поменять. Тоже колено поставить ближе к щетке, и она получится Г-образной формы. И, естественно, есть у нас две щетки, которые помогут не менее интересно работать. Это вот такая щелевая с ворсистой историей сверху. Она будет у нас работать по принципу, опять-таки, доступа к труднодоступным местам. И, естественно, все будет максимально четко вычищать. А есть вот такая более широкая. Это у нас, соответственно, тоже, но она больше будет вычищать из плинтусов и всех вот этих моментов различную мелкую историю, которая там обычно скапливается. Очень удобно. Есть в комплекте и полноценная вот такая большая моторизированная щетка. Здесь сейчас у меня установлен валик, который будет эффективен для уборки на твердой поверхности. А вот этот будет уже для ковров. Соответственно, можете поменять, когда перейдете к ковру. Очень удобно, и самое главное, что все сразу находится в комплекте. Ну и меняется за считанные секунды. Естественно, сам пылесос у нас имеет информативный дисплей, несколько вариантов переключения скорости и вес менее 1,5 кг. Согласитесь, немного для пылесоса, тем более вертикального и действительно мощного. А мощность у нас здесь 200 аэроватт. Хороший, серьезный показатель. HEPA-фильтр, чтобы даже мельчайшие частицы оставались внутри на месте. И, конечно, можно снять основной фильтр, типа циклон, который как раз и позволяет быть двигателем пылесоса еще более эффективным и справляться абсолютно со всеми загрязнениями. Аккумулятор у нас съемный, меняется легко. Можно докупить отдельную док-станцию для зарядки. Ну или, например, использовать стандартную. В целом так тоже можно заряжать. Ну и, естественно, уборка. В этом плане все максимально просто. Под большим пальцем у нас лежат все кнопочки, запускаем пылесос и начинаем убираться. Рука не устает от слова совсем, он действительно имеет достаточно низкий показатель по весу, плюс еще и щетка сама у нас моторизированная, легко перемещается. Но главное, конечно, здесь момент то, что мы можем согнуть в колени вот этот основной шланг и таким образом убираться максимально эффективно. Ну и по мощности. Какие здесь претензии? Посмотрите, максимально все легко собрал, максимально маневренный. Это действительно пылесос, который сейчас вобрал в себя максимум технологий. Давайте переходить к итогам. Я думаю, что есть о чем поговорить. И, конечно же, резюмировать. По итогам, да, Jimmy вообще большие молодцы, у них очень крутой дизайн, действительно большое количество технологий, самое главное, их пылесосы очень эффективные. А это значит, вы сможете убираться везде и всюду и получить именно тот результат, на который рассчитываете. Актуальную цену чекайте по ссылкам в описании, а также она будет продублирована в прикрепленном комментарии. Обязательно посмотрите, цена тебя реально удивит. Ну и конечно, не забудь поставить большой палец вверх на канал, подписаться, там внизу есть красная кнопка, она обязательно должна стать серой. Нажимаю, стало серой, все круто, значит получилось. Нажимаю на колокольчик два раза и пиши свое мнение в комментариях. Проделай это все тебе не сложно, а для нас это огромная помощь в продвижении канала и видео. Ну и конечно, если до роликов сейчас перед тобой, переходи, смотри, там тоже много интересных гаджетов и технологий. Давай кликай.